Эхо ижевской трагедии. Кировские спасатели заявили о готовности помогать коллегам в Удмуртии в разборах завалов обрушившегося дома. В режиме готовности находится целая группа из 70 человек с 7 единицами спецтехники. Напомним, в четверг в Ижевске в результате взрыва обрушилась часть жилой девятиэтажки. СМИ сообщают о 6 погибших, в их числе 2 детей. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Разбор завалов на месте продолжается. К ижевским спасателям готовы присоединиться и сотрудники Кировского МЧС. Сообщается, что кировские специалисты имеют все необходимое оборудование для аварийно-спасательных работ.